Итак, добрый день, дорогие друзья. Подскажите, как меня видно, слышно? Вижу. Тогда для начала я представлюсь. Меня зовут Барсуков Артем, я сотрудник отдела продаж Новосибирского филиала Reflame. А сегодня мы с вами поговорим об актуальных инструментах для вашего бизнеса. Напишите, пожалуйста, в чате три действия, которые очень важно выполнять в системе в каждом каталоге. Как вы думаете, какие это действия? Их еще можно назвать как задачи лидера Reflame. Да, Марина, все правильно. Это рекрутирование, поддержка активности товарооборота, сопровождение обучения новичков и развитие лидерства. А также немало важно иметь четкие цели и планы, отлаженную систему действий и, конечно же, анализ этих действий. На данном слайде представлены неизбежные процессы в любой MLM-организации. То есть входящий поток новых консультантов должен превышать поток засыпающих консультантов. В противном случае это будет угроза для бизнеса. То есть если мы начинаем, да, рекрутировать, мы, получается, пополняем бак. Но неизбежное действие это будет это засыпание потребителей. Также мы следующее это действие это реактивация уснувших, да. Но все равно будут люди, которые будут выходить из бака. Поэтому очень важно пополнять бак. Растущий стабильный бизнес это тот бизнес, в котором используются все возможные источники товарооборота, они только постоянно замещаются одним другим потребителем. Далее мы поговорим о трех самых важных бизнес-показателях. Это рекрутинг, конверсия и активность. Кто знает, сколько процентов должно быть рекрутирования, конверсии и активности? Правильно будет 15% рекрутирования, 60% конверсии и 70% активности. И я сразу же хочу начать, точнее рассказать, почему рекрутирование должно быть именно 15%. Насколько мы знаем, каждый каталог в персональной группе у лидеров становится неактивными около 10% консультантов. Если уровень рекрутинга в персональной группе будет менее чем 9%, то бизнес будет падать. Если уровень рекрутинга в ПГ будет 10%, то бизнес стабилен, но он будет стоять на месте. Если же уровень рекрутинга в персональной группе будет 15 и более, то бизнес будет расти. Я думаю, вы все уже слышали о новой рекрутинговой компании, которая называется «Тебе». Я вкратце напомню условия для новичков. Если ты новичок, то присоединяйся к Reflame, размещай заказ на 1000 рублей в течение 72 часов с момента регистрации, и она станет для тебя бесплатной. Подробнее на условиях останавливаться не буду, уверен, что вы их и так все знаете. Я лишь напомню о том, какие стильные аксессуары вы можете получить, приняв участие в данной программе. Во-первых, эта изящная дамская сумка с фурнитурой золотого цвета станет прекрасным дополнением как делового, так и повседневного, и даже вечера, и даже вечернего образа. Во-вторых, это часы с кристаллами Сваровски, которые будут красиво и стильно смотреться на руке. Этот аксессуар подойдет к любому образу, благодаря элементам с покрытием золотистого цвета, которые добавляют элегантности и шарма. А для тех, кто ценит стиль и комфорт, мы можем предложить стильную дорожную сумку. Это удобный и надежный аксессуар с фурнитурой золотого цвета, подойдет как для рабочих будней, наполненных деловыми встречами, так и для непродолжительных поездок, выходные или занятий спортом. Это отличный выбор на каждый день. А также компактный и легкий чемодан станет незаменимым и надежным спутником в путешествиях. Его неоспоримое преимущество является в том, что благодаря его размерам его можно брать с собой в салон самолета в качестве ручной клади.
Далее мы переходим к такому показателю, как конверсия. Вы помните, что такое конверсия и как она считается? Конверсия – это переход из стартера в рекрут. Как я уже говорил, конверсия должна быть около 60%. Почему же такой же процент конверсии? Все очень просто. Чем выше его значение, тем эффективнее вы работаете и быстрее растете. Например, при конверсии в 30% 70 из 100 человек в среднем, регистрирующихся в структуру, так и не станут сотрудничать. Это очень большие потери. На этом слайде представлено, если бы процент конверсии был 60, то это было бы 20 рекрутов в каталог, то есть 340 рекрутов в год, 2000 бонус баллов в каталог, соответственно, это 34 бонус балла в год. То есть это 4,5 директорские структуры в год. И в поддержку данного показателя мы обновили нашу стартовую программу, которая называется 4 шага. Пройдя первый шаг стартовой программы, вы получите набор, состоящий из питательного дневного крема и крема мыла легендарной серии «Молоко и мед». Они наполнят вашу кожу сиянием и мягкостью. Насыщенный питательный крем восполняет дефицит влаги в коже, сохраняя его увлажненным в течение всего дня. Ароматный кремовый мыло с натуральными экстрактами молока и меда придает коже бархатистость и имеет нежную структуру, не сушит кожу. Пройдя второй шаг стартовой программы, вы получите губную помаду 5 в 1 The One Color Stylist. И также тушь для ресниц 5 в 1 The One Wonder Lash. Смесь натуральных восков способствует удержанию влаги в коже губ. Содержит питательные масла манго и какао, придающие губам шелковистую гладкость. Благодаря запатентованной фигурной 3D-щеточке она приподнимает ресницы на небывалую высоту и придает им ошеломительный объем, исключительную длину и безупречное разделение без комочков до самых кончиков. А пройдя третий шаг стартовой программы, вы можете выбрать комплимент по вкусу. Это могут быть продукты Optimals Age Revive, такие как антивозрастной крем для лица, который содержит все комплексы Anti-Pollution Active и Permanent Active, которые защищают от преждевременного старения, борются с возрастными признаками, уменьшая морщины. Также в этот комплимент входит антивозрастной крем для кожи вокруг глаз, который освежает кожу и стимулирует микроциркуляцию, снимая признаки усталости. И антивозрастной крем, который помогает бороться с возрастными изменениями, интенсивно увлажняя кожу, пока ты спишь. Либо туалетную воду ПКЛА как в мужском, либо женском исполнении. Пройдя четвертый шаг стартовой программы, вы получите мужской либо женский wellness pack. Каждый из этих пэков разработан с учетом потребностей как мужского, так и женского организма для сохранения жизненных сил и здоровья, поддержания высокого тонуса и активности, уникальная по своей эффективности комбинация ингредиентов, помогает предотвратить раннее старение организма, обеспечивает полным комплексом витаминов и минералов, жирных кислот омега-3 и антиоксидантов. А следующий показатель, о котором мы поговорим, называется активность. Активность гарантирует стабильный товарооборот и рост ваших доходов. Поддерживая активность, вы избегаете текучки. Поддержание активности персональной группы на уровне 70% – это в 1,5 раза увеличивает скорость роста вашей команды и в 2 раза рост дохода. И в поддержку данного показателя мы запустили активационную программу под названием «О твоей весне». Здесь я тоже больше уделю внимание нашим стильным аксессуарам, чем условия, которые вы уже и так знаете. Приняв участие в данной программе, вы получите воздушный шарф из вискозы, который оживит и добавит нежности и женственности вашему образу. Кошелек. Одна из важных деталей образа, которая должна быть универсальной и в то же время стильной. Наш аксессуар подойдет на каждый день, так и для особого случая. И сумка-клатч подойдет под любой стиль и будет уместна на самых разных мероприятиях. Далее мы поговорим о программе «Адреналин». Так как уже второй каталог закончился, уже есть первый отчет. А также напомню про условия данной программы. Период квалификации со 2 по 10 каталог. Вы можете заработать до 40 тысяч рублей на пути к званию директора. И также в этой программе есть специальное приложение для менеджеров, квалифицировавших в Хорватии в 2018 году.
На условиях программы нужно заявить участие на сайте oriflameadrenaline.com, достигнуть впервые новый процентный уровень, удерживать его в следующем периоде каталога, то есть всего два периода подряд, получать бонусы, соответствующие всем новым достижениям. Условия для начисления бонуса. Это 150 личных бонус-баллов в каждом каталоге квалификации на бонус. Минимум 2 лично приглашенных квалифицированных рекрута в каждом каталоге квалификации на бонус. Отрыв минимум в 1% уровень от нижестоящих консультантов в каждом каталоге квалификации на бонус. Здесь представлен пример участия в программе, то есть когда мы все делаем планомерно. Во втором каталоге мы начали 9%, в третьем подтвердили, получили свой бонус 1500 рублей. Также 4-й, 5-й это 12%, получили 3000 рублей, 6-й, 7-й это 15%, 6,5%, 8-й, 9-й 18%, 11 тысяч и 10-й, 11-й каталоги старший менеджер, и мы получаем 18 тысяч рублей. Здесь также представлено, если, например, вы в 4-м каталоге, да, остановились на том же уровне, на котором и были каталог назад, то есть это 9%. Вы также продолжаете дальше расти, получается уровень 15% вы получаем как за 12%, так и за 15% бонуса. То есть при быстром росте данные бонусы будут суммироваться. Или, например, здесь после 15% идет старший менеджер, то есть бонус никуда не девается, они суммируются. И один из таких важных вопросов, да, в случае падения можно ли вернуться в программу? Мы за быстрый взлет, достигая следующего процентного уровня и возвращаясь в программу. Если менеджер вышел на новый уровень, но не выполнил какого-либо из обязательных условий для начисления бонуса, в том числе с учетом международного спонсирования его результатов, то он теряет возможность его получения, но может расти дальше и квалифицироваться на следующий, как, например, на данном слайде. В каталоге номер 8 не выполнил ни одного из условий. То есть не стал 18%, не набрал 150 бонус баллов, один квалифицированный рекрут, соответственно, он не получил бонус. Но также дальше может спокойно получить бонус старшего менеджера. А также, если менеджер выполнил условия квалификации на бонус локально, а при присоединении международных результатов не подтвердил достигнутый уровень, или не имеет отрыва от нижестоящего, то бонус будет вычтен по итогам следующего каталога путем начисления отрицательного значения на товарную скидку. А какое преимущество для уровня старшего менеджера и выше? Вы поддерживаете развитие партнера своей персональной группы, помогите им квалифицироваться на бонусы адреналина. Благодаря этому вы получите новые 22% группы, закроете новое звание. Получаете премию за новое звание, а также юбилейную премию Oriflame в размере 50 тысяч рублей до 10-го каталога 2018 года. А что же делать менеджерам, которые хорошо росли прошлые полгода и квалифицировались на менеджерскую конференцию в Хорватию? Для них специальное предложение – повысить свой процентный уровень относительно максимального уровня, достигнутого в период в Хорватию, получите дополнительно все бонусы программы «Адреналин» за все предыдущие процентные уровни с минимального на нового уровня, то есть до 40 тысяч рублей. То есть на данном слайде представлен был ваш максимальный уровень, достигнутый в период квалификации в Хорватии, это 15%. Далее вы достигли уровня старший менеджер в период квалификации. То есть, соответственно, 18%, да, вы продержали 2 периода, это 11 тысяч рублей. Старший менеджер 2 периода, это 18 тысяч рублей. И бонусы за все остальные предыдущие уровни, то есть как раз там будет сумма 40 тысяч рублей. Вот здесь представлен там в слайде пример квалифицирующих в Хорватии. При уровне, если ваш уровень 15% был максимальный, когда вы квалифицируете в Хорватию. То есть вы поднялись до 18%, получили все предыдущие бонусы. Далее вы стали старшим менеджером, получили бонус старшего менеджера в размере 18 тысяч рублей. Также, например, если у вас был максимальный уровень, достигнутый в период квалификации в Хорватии, это 18%,
то вы два каталога подряд подтверждаете старшего менеджера и получаете все бонусы за все предыдущие процентные уровни, то есть 40 тысяч рублей. Если старший менеджер ваш максимальный уровень при квалификации на Хорватию, для участия в конференции в Хорватии с максимальным уровнем старший менеджер достижение звания директора дает дополнительный бонус в районе 18 тысяч рублей. Однако обратите внимание, что директор может параллельно квалифицироваться на автобонус или 5% директорский бонус. В этом случае минимальный личный объем должен быть не менее 200 бонус баллов. То есть ваше преимущество – это 18 тысяч рублей адреналин бонуса старшего менеджера, 1000 долларов премия звания директора, 50 тысяч рублей юбилейная премия за новое звание. Обратите внимание, что для участников конференции все условия начисления бонусов аналогичны обычным условиям. Это 150 бонус баллов, 2 квалифицированных директора, наличие отрыва и подтверждение квалификации с учетом международного спонсирования. Как я говорил, техподдержка программы «Адреналин» – это отчеты для менеджеров-лидеров на сайте Reflame в личных кабинетах. Первый отчет уже есть. Можете посмотреть его. А на данном слайде представлены самые часто задаваемые вопросы. Это есть ли специальное приложение для менеджеров, квалифицированных в Хорватии? Есть такое приложение для менеджеров, как для 15%, так и для 18% старших менеджеров. Специальное приложение распространяется на квалифицированных участников конференции, имеющих максимальные достижения в период квалификации на Хорватии от 15% до старшего менеджера. Также был такой вопрос, что в акции указано, что необходимо подавать заявку для участия в программе. Без заявки при выполнении условий консультанты выполнения условия засчитываются. Ответ консультанту: необходимо подать заявку в течение периода квалификации на первый бонус. Это гарантирует ему получение бонуса без промедления в следующем каталоге после квалификации. Также нужно ли регистрировать именно в первую линию квалифицированного рекрута? Или достаточно просто быть приглашающим спонсором, а регистрация квалифицированного рекрута может быть и в глубине? Да, она может быть в любом уровне профессиональной группы. По программе «Адреналин» выплаты будут на товарную скидку или расчетный счет. На товарную скидку для всех менеджеров, новых менеджеров, у которых есть ИП, остаток товарной скидки будет начисляться на расчетный счет. До какого времени консультанты могут подавать заявки на «Адреналин»? Консультанту необходимо подать в течение периода квалификации на первый бонус. После отправки заявки по ссылке oriflame.com должен ли приходить ответ? Что делать, если допустили ошибку в контактных данных? Просто пройти регистрацию заново. Будет ли учитываться международное спонсирование по акции «Адреналин» для достижения нового процентного уровня? Да, будет, в том числе и для наличия отрыва от нижестоящего консультанта. Будет ли учитываться консультантом, квалифицированным рекрутом, рекрутами консультанты, которые были зарегистрированы в предыдущем каталоге, но прошли шаг в каталоге, в котором квалифицировался спонсор по акции? Ответ: квалификация приглашенного рекрута определяется по каталогу квалификации. То есть новички первого каталога, квалифицировавшиеся в каталоге 2, будут учтены своему приглашающему спонсору в программе «Адреналин». Стартеры 16-18 каталога, которые могут принять участие в новой стартовой программе, не будут учитываться приглашающему спонсору для квалификации в программе «Адреналин», так как они не будут квалифицированы, они просто принимают участие в новой стартовой программе. Если человек регистрируется в крайнюю субботу каталога, не успевает сделать 2 квалифицированных рекрута, если такой новичок планирует сразу же в этом каталоге выйти на новый уровень, то ему нужны 2 квалифицированных рекрута и 150 тысячных бонус баллов. Если он планирует начать квалификацию на бонус в любом последующем каталоге, то выполнять вышеуказанные условия в каталоге регистрации ему не обязательно. И участник Хорватии, квалифицирующийся на конференцию на 15%, может дойти до старшего менеджера в «Адреналине» и получить 40 тысяч. Да, может. Далее мы поговорим об активационных программах. Следующая активационная программа называется «У красоты нет возраста». Но прежде чем мы поговорим про нее, давайте подведем итоги антикастинга. Более 5000 людей посетили мероприятие «Антикастинг». Их большая часть разместила заказы и зарегистрировалась. Лидерами по всей России было зарегистрировано на сайте и проведено более 600 мероприятий. Также я хочу поделиться небольшим опытом лидера, который проводил мероприятие. Оно проводилось
18 февраля с 11 утра до 8 часов. Они пригласили 120 гостей, и они прошли через череду станций. И по итогам данного мероприятия было 67 регистраций заказами, 11 разбуженных консультантов, десятки созданных образов, больше 1000 снимков, сияющие глаза, море позитива и удовольствия. И были только восторженные отзывы от гостей фестиваля, и только слова признания, благодарности и приглашения за него. Каждый квартал – новая коммуникация от лидера для внешней аудитории. Именно эта коммуникация показывает людям, что Oriflame не только продукты, не только бизнес-возможности. Идея развития сообщества и идея квартальных коммуникаций компаний идеально накладываются друг для друга. В чем преимущество активационной программы? Это жизненный интерес, общение на тему этого интереса, продукт и регистрация. То есть это добавляет людям дополнительную ценность к основному предложению Oriflame. Интересный контент вызывает активность в интернете и на живых активностях лидеров. А на данном слайде представлены мероприятия, в которые можно встроить концепцию квартальной программы. То есть это новейдж-сессии по уходу за лицом, Wellness Life плюс Wellness клубы и Beauty Box вечеринки. Любая квартальная кампания состоит всего из двух аспектов. Это о чем писать онлайн, привлекая людей, и как ставить тематику квартальной кампании в бизнес-работу команды. Самая главная задача программы – это новые контакты, приходящие на новый Oriflame. То есть привлекая новую аудиторию, показав новые стороны бренда Oriflame. Разговор с людьми на актуальные, интересные и личностные темы. Увлечение рекрутированием, увлечение активности тех, кто уже зарегистрирован. Основной посыл данной кампании. В обществе приняты определенные стереотипы о возрасте, которые иногда мешают нормально воспринимать реальность и стремиться к своим целям. К примеру, наивность в юности, исключительно направленность на семью. Мы говорим о том, что каждая женщина сама решает, что она хочет делать и какой стиль жизни она выбирает. Отвлекаясь на стереотипы возраста, ты теряешь связь с собой и теряешь возможность просто быть счастливым. А для каждой героини, участвующей в активационной кампании, предусмотрен рекламный ролик. Основная идея ролика – это разрушение стереотипов о определенном возрасте и стиле жизни. Здесь представлен пример онлайн-активности. То есть, например, выкладывая пост в Инстаграм, да, ответьте на два вопроса. Сколько вам лет, с какими стереотипами о своем возрасте ты не согласна, приведи примеры своей жизни. Публикуйте свои фото с комментарием и хэштегом «Я красива». Основной упор этой активационной программы состоит на диджитал-тестирование возраста кожи. То есть мы приглашаем на интересные бьюти-мероприятия, да, с экспресс-макияжем, советами стилиста и бьюти-специалиста. И здесь может каждый пройти диагностику возраста кожи с помощью нашего приложения SkinExpert. А структура мероприятия остается прежней, меняется основной посыл и тема приглашения. При этом фотозона может оставаться приглашаем именно на диджитал тестирование кожи. На данном слайде представлена онлайн-карта мероприятий. Именно на карте вы регистрируете диджитал сессии тестирования кожи и приглашаете на эти мероприятия с помощью ссылок на них. А карта уже работает с 18 февраля и возможность регистрировать мероприятия для лидеров с любого уровня. Возможность приглашать на мероприятия, используя ссылку, выкладывать фотографии, связываться с гостями, останавливать запись. Важность лидера и его сообщества. В чем привлекательность темы? Люди в сети интересуются нестандартным контентом. Фотографии, посты будут лайкать друзья и друзья друзей. Такой массовый флешмоб вызывает огромный интерес интернет-аудитории. И вопросы, кто вы и чем вы занимаетесь. Приглашаю в Oriflame на диджитал сессии тестирования кожи, плюс оставляем фокус на продукцию и возможность дохода. Развиваем свое сообщество, рекомендуем новичкам продукты, рассказываем о бизнес-возможностях. То есть материалы компании,
Также будет представлен сценарий для Digital Skincare сессии. То есть это обновленные слайды, сокращенные актуальные подстрочники, дополнительная презентация скрипта для завершения консультации. Будут сценарии, представленные проведением бьюти-бокс-вечеринки и сценарий для wellness-клуба. Друзья, у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо, увидимся в следующий раз.